Праздник весны, любви и красоты. Международный женский день на крупнейшем металлургическом предприятии региона, комбинате «Запорожсталь», отмечают традиционно проведением заводского конкурса «Красавица Запорожсталь». Сегодня во Дворце культуры металлургов за звание самой красивой, умной и обаятельной работницы предприятия соревновались 8 девушек. В первую очередь заботливые мамы и любящие жены, а во вторую представительницы профессии, которую принято называть мужской. На металлургическом комбинате «Запорожсталь» сегодня трудится более 3000 женщин. Сегодня многие из них пришли во Дворец культуры металлургов, чтобы поддержать своих коллег, участниц традиционного конкурса «Красавица Запорожсталь». Девочки, помогите. Вот такое. Обойди весь целый свет, а Карины лучше нет. К участию в конкурсе девушки готовились больше месяца в своих силах, хоть и волнуются, уверены. Мы ожидаем всяких самых ярких впечатлений от сегодняшнего вечера. Надежда, конечно, на победу, но и если просто будет участие, тоже будет замечательно. У нас очень серьезный был подход к этому конкурсу. Привлекали всех родственников, привлекали всех подруг. С миру по нитке, в общем. Волнуетесь? Очень. В начале конкурса – знакомство с участницами и их видеопрезентации. Затем конкурс творческих талантов, выход в купальниках и дефиле в вечерних платьях. К творческому конкурсу девушки готовились особенно тщательно. Сами готовили костюмы и вышли в образе древних славянских богинь. Неудивительно, что членам жюри выбрать самую талантливую и очаровательную было весьма и весьма сложно. Оценивать действительно тяжело. Не то, что тяжело, а сверхответственно. И хочу сказать, что победители уже все. Девчонки собрались, девчонки очень долго репетировали, и то, что они вышли на сцену, этим они доказали, что они победительницы. И я уверен в том, что не будет ни побежденных, ни проигравших, ни победивших, а победит красота и спасет мир. В итоге по сумме полученных баллов первое место досталось сметчице управления ремонта Татьяне Стасенко. Не могу передать, честно. Очень рада. Спасибо всем. Спасибо моему отделу. Они мне очень сильно помогали. Спасибо моим родителям. Спасибо моей семье. И спасибо всем людям за то, что они поддерживали меня сегодня. Однако проигравших сегодня не было. По традиции участницы были отмечены почетными титулами и ценными призами.